because you're mainly the translation part, so you can sit. Because I will have to move over and all that, so I will stand. So his wife, Diane, she didn't want to come because she told that she has her own teacher, master, or pastor, and she doesn't want to mix up. To mix up, and she didn't. To them. He told that I don't understand it, but it goes like that. She follows his teacher. I don't, this is not the question about her database, but how just need to listen to see. He didn't ask for her nothing. An issue. In any case, we are not looking for numbers, so it doesn't matter. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем с вами замечательное совершенно событие, встречу с уникальным человеком. С уникальным человеком, доктором Прабхатом Падаром, который является архитектором градостроителем, который является всемирно признанным авторитетом в области васту, геобиологии. Это достаточно новая наука, которая возникла после Второй мировой войны, и является автором очень многих известных проектов, знаковых, и серии тех, которые человечество будет долго помнить, передавать из поколения в поколение. В свои 16 лет он стал главным координатором строительства города Ауравили. Если кто знает, что такое Ауравиль, тогда поймет. Вот. Это было, в принципе, началом его карьеры. Его сама мать, имеется в виду не мама, а мать — это духовный учитель, очень в Индии известный и имеющий очень много последователей. Она соратница Шри Аурабинда, известного мастера тоже во всем мире. Она его... 16-летний его юбилей назначила главным координатором проекта, представляете, строительство целого города, при том, что главный архитектор этого города, очень известный французский архитектор, он был там 50 чем-то лет ему было. То есть это было интересное для него начало его карьеры и как бы достаточно знаковое, то есть по всей видимости с самого начала мать видела, как он будет развиваться дальше. На сегодняшний день Прабхат, он является действительным членом Академии, Нью-Йоркской Академии Наук. Он дважды был приглашен в России, Российской Академии Наук, как специалист по геобиологии. Один наш очень известный профессор, доктор физико-математических наук, профессор Луговенко, он даже приезжал к нему в Индию, он жил с ним полтора месяца, чтобы вообще вот въехать в ту тему, которую Прабхат развивает. И очень многие изыскания, исследования наших физиков, теоретиков, профессоров, я случайно просто в интернете нашла статьи написанные, которые опираются на те исследования, которые были сделаны доктором Прабхатом. То есть там, вот там доктор Прабхат, Падар. То есть это человек, который... сделал архитектуру и все, что с ней связано, ну вот как бы полностью наполнил свою жизнь этим предметом,
настолько, насколько это возможно, и он расширил ее, эту тему, вот именно для того, чтобы понять, почему архитектура в древние времена была таким, такой сакральной наукой, то есть почему архитектор в древние времена, вот, допустим, если взять там Индию или там древнюю Грецию, Рим, архитектор был гораздо более важной персоной даже, чем священнослужитель, потому что на самом деле они знали какие-то очень глубинные сакральные законы, по которым выстраивается пространство, правильное пространство. Знаете, так интересно, мы с ним пришли в храм, который на Тургеневской, да, там замечательный, очень древний храм, и мы там проверили энергию. И что самое удивительное, то, что вот, допустим, во всех храмах в Индии, в России, в католических храмах, во всех храмах, оказывается, они строили храмы таким образом, что четко, совершенно, левая сторона – это женская, правая – мужская. То есть если вы заходите в храм, вот теперь постарайтесь, да, соблюдать левую сторону. То есть он был радован и удивлен, то, что вот в нашем православном храме работает такая же история. Он говорит, я не знаю, как древние это знали, да? Но вот когда женщина встает, я встала с левой стороны. У меня выравнивается вся энергия. То есть вся энергия у меня входит в центр, да. Когда я встаю на правую сторону, этого нет. То есть любой мужчина, который будет стоять с правой стороны, у него будет выравнивание, да? Вот, то есть, и он занимался тем, что он изучал, как работает энергия. То есть вообще, на самом деле, что такое дом. Мы вчера были у одного замечательного молодого человека, и он объяснял этому человеку, что дом – это место, которое должно тебя защитить, даже если ты в течение дня был под какими-то там разными там излучениями, влияниями, атаками, ты пришел в дом, и этот дом построен так, что он сразу тебя лечит. То есть, вот, как бы, что бы ни было там, в доме ты, как раньше говорили, дом мой, крепость моя. Почему крепость? Потому что действительно это пространство, которое, когда оно выстроено правильным образом, оно нас лечит. Вот. И, собственно говоря, при всем при том, что Прабхат занимался исследованиями, и они занимались переводами древнейших трактатов, и сейчас занимаются этим. То есть они разыскивают очень такие сакральные материалы. Он реализовывает практические проекты, современные проекты, современную архитектуру с учетом тех древних правил и законов. То есть он воплощает все то, что древние люди знали, причем как они это знали, до сих пор непонятно, потому что у них не было инструментов, которыми они могли померить. Но это знание у них было. И, собственно говоря, это знание было, если говорить так очень, может быть, это для кого-то высокопарно прозвучит, духовное знание, да? То есть они знали это из личного опыта. Архитектор обучался 15 лет, живя с его мастером, с гуру, да? То есть вот, который ему передавал знания, которые он переживал на своем личном опыте. Вот. И, то есть фактически буквально, то есть энергия, для того, чтобы говорить о том, как энергия работает, эту энергию надо прочувствовать. Вот просто буквально, как ваше тело, как ваша энергия в теле меняется в зависимости от того, в какую сторону света вы смотрите. То есть это все очень такое практическое, глубинное знание, поэтому оно без сомнения духовное знание. И вот когда мы говорили сегодня с ним о том, чтобы сделать онлайн-обучение, он сказал, мило, это не работает, понимаешь? Это знание, которое вообще было много веков закрыто для людей. То есть это не для массы знания. То есть это знание, оно достаточно глубинное, и просто так поверху не пройти по этому знанию. То есть надо в нем быть, в него надо углубляться. И вот как бы это самое, я, по-моему, заговорилась немножко. Это встреча с доктором Прабхатом. Он очень скромный человек, но при этом за его плечами стоят такие невероятные объекты, проекты, такие люди удивительные, такие истории жизненные. Просто дух захватывает иногда, когда нам, вот студентам, кто учится с ним, достаются истории, да, какие-то. Вот. И я надеюсь, что сегодня я его спросила, о чем ты будешь сегодня говорить? И он говорит,
Это, говорит, не я говорить буду. Ну, в смысле, это не от меня зависит. Я, говорит, никогда не знаю, что я скажу для аудитории. Так что вот все, что он скажет сегодня для вас, это будет для вас, исключительно для вас. Поэтому если есть какие-то вопросы, обязательно вопросы, да, вот вы в конце можете какие-то вопросы задавать, там, записывайте их, запоминайте, или просто в голове имейте вопросы, потому что они, все эти как бы мыслеформы, они в эфире летают, он сразу будет отвечать на них, возможно. Так что вот сегодня эта встреча для вас. It is a pleasure to share many years of research and we will not have much time to go into very much details but give you an overview of what the ancient knowledge system was. Я с удовольствием, с радостью готов поделиться с вами теми изысканиями, которые занимался много лет. Конечно, у нас не получится глубоко охватить все, но я постараюсь максимально, то есть вот поделиться с вами тем знанием, которое мы изучали. In every country, in every culture, you see a very typical style of architecture design. For sacred spaces, for temples, for churches, and it was the whole flowering of the culture of that country which was expressed in that architecture. Если вы посмотрите на в разных странах, в разных культурах, вы увидите, что у каждой национальности, у каждой культуры есть какие-то свои особенности в построении священных зданий, таких как церкви, храмы. Вот. И это, в принципе, является как бы отражением и суммой всех тех знаний, которые туда вложены. And the role of the architect was in the society, status was higher than even that of the priest. In ancient times. Ну и роль архитектора в древнем сообществе была по своему статусу значительно выше даже, чем роль священника, как я уже говорила. Because he had to integrate in his understanding and his knowledge the entire knowledge of his culture. Потому что он должен был интегрировать вообще в том, что он делает, все общее знание и все то, что существовало в культуре в тот момент, в традиции. In ancient India, we had a system of education which is known as the 64 arts. В древней Индии у них была такая система образования, которая называлась 64 искусства. And in Bihar, there was this famous university of Nalanda. И в Бихаре был такой очень известный университет, который назывался Наландра. Where there's a Chinese, where there was a Chinese scholar by name Faiyan. И там был такой учитель китайский, имя которого Баян. Who came 1,000 years before Christ. Он пришел за тысячу лет до Христа. And he writes about the education system that was there at that time. Вот, и он написал об этой системе образования, которая существовала в то время. He says that at that time there were 15,000 students who came from all over the world. И в то время он написал, что в то время было 15 тысяч студентов, которые учились в этом университете, которые приехали со всего мира. It was like the Harvard of the ancient time. Это был как Гарвард в древние времена.
And in order to be a teacher there, he had to be a master in not one or two subjects, but he had to be a master in 30 subjects. И для того, чтобы быть учителем там, вот в, этой университете, в этом университете, тот, кто является учителем, он должен был преподавать какой-то один или два предмета, но он должен был быть специалистом в 30 предметах. And for an architect, he had to stay there and learn for 25-30 years and master not 20-30 subjects, but all the 64 arts. Ну и для того, чтобы стать специалистом, на самом деле, там надо было учиться 25-30 лет для того, чтобы действительно стать реально специалистом. So each of these arts in India was called a science. И каждое из этих искусств в Древней Индии называлось наукой. And this, for example, vastu comes from the Sanskrit word vasa, which is the house, the building, and shastra is the science. Вот, к примеру, вот vastu, shastra, это название пришло из тех времен, и с санскрита это переводится как vastu – это дом, а shastra – это знание. То есть буквально это переводится знание о доме. So like that, each of the 64 arts, which made music, dance, painting, sculpture, everything was considered a science. И вот все эти 64 вида искусства, такие как рисование, как музыка, как танцы, все это считалось наукой. So the question is, what is the science part, apart from the technical part? Of understanding building form, proportions, etc. И вопрос заключается в том, где же вот эта вот научная часть, которая как бы существует отдельно от практической части реализации строительства всего дома, связанного с пропорциями и другими практическими вещами. Ancient texts, if we go through the ancient texts of what is called Vastu text of Mayamata or Mansara of the north or south of India. И если вот вы найдете там или каким-то образом начнете читать древние тексты индийские, которые говорят о Vastu, который называется Mayamata. Mayamata and Mansara. Mayamata и Mansara. То есть это разные южной и северной Индии. You get an idea of what you should do and not do as you have a manual for operating a TV or a machine. Вот. Ну, значит, если прочитаете вы эти тексты, вы получите идею, что вы должны делать, что вы не должны делать. Ну, как бы такая инструкция, как пользоваться пультом от телевизора, да, там, то есть куда нажимать, куда не нажимать, чего ставить, чего не ставить. Все написано в этих текстах. So the science part of it is never explained. И вот научная эта часть как раз всего этого никогда не была объяснена. Почему? Even here in Europe, you had the various traditions of the various crafts. And gil, as they are called guilds. And the child would go there and learn from the master for 10 years, 15 years, 20 years to master the art. Ну вот даже в Европе существует такая традиция, что существуют такие определенные как бы школы, куда ребенок приезжает, и он учится непосредственно от учителя, от мастера, то есть он живет с ним 10-15 лет. Даже в Европе существует такая традиция. In France, they still have a system today called compagnon, which are the guilds, and students stay there with the masters for 5-10 years to learn. Вот во Франции до сих пор у них существует такая система, которая называется компаньон, где студенты приезжают и они живут и обучаются там 10-15 лет. Guilds.
it's the organization which teaches and which is ну, for это, every как, art. Да, это организация, которая обучает каждому искусству. But it is all very practical, theoretical, everything combined. И там все вместе, там и практическая, и теоретическая часть, то есть все вместе. So the thing about ancient knowledge system was that it was not that I had to only study architecture or only form and design, but I had to study the whole aspect of my culture. То есть вот, ну, вот как бы в древние времена, если вы хотите стать архитектором, это не означало, что вы должны изучить только архитектуру, да, как работают формы, пропорции, как строить здания. Вы должны владеть всеми видами искусства, которые существуют на данный момент в вашей культуре. Why was this so necessary? Why was this global approach so important against study of only one subject? И почему это было так необходимо? Почему вот был такой глобальный подход вместо того, чтобы, ну, как бы вот изучать четко вот там вот один предмет архитектура? So if we need to understand this, we need to understand one sentence which is written in the ancient text. Если вы хотите это понять, если вам необходимо это понять, то есть достаточно прочесть только одно предложение, которое написано в древних индийских текстах. This ancient text says that in order to understand architecture or the principles of architecture. И вот в этом писании написано, что для того, чтобы понять вообще принципы архитектуры, принципы построения, you have to harmonize three spaces. Вы должны гармонизировать три пространства. The Sanskrit word for space is akash. И санскритское слово для пространства akash. So they say ghat akash. Они говорят ghat akash. Which is the earthen pot. Ghat means earthen pot. Which means earthen pot. In which water is kept, the earthen pot. То есть это пространство сосуда. And like that, vessel? Yeah, earthen. Yeah. Which symbolizes the human body. That means the body space. Ну да, этим сосудом является наше тело. Да. The building space or griha akash. Griha akash это пространство здания. Or the universal space, Mahakash. И вселенское пространство это Mahakash. So why are they speaking of three spaces: body space, building space, and universal space? Почему они говорят о двух, о трех пространствах: о пространстве тела, пространстве здания и пространстве вселенной? So basically, we need to understand the significance of what is there in the human body, how it works, not in terms of medical science, but in terms of energy. То есть в основе своей мы должны понимать, как работает наше человеческое тело, не с точки зрения физиологии, как устроена там сама физиология, как работают органы, а с точки зрения энергии, то есть что такое вообще тело как энергетическое пространство. So we have to understand how the energies work in the human body, how it works in buildings, and how the building and the body interact. То есть мы должны понять, как работает энергия в теле, как работает энергия в пространстве, как работает энергия во Вселенной, и как они друг с другом взаимодействуют. So this is the science. То есть вот это и есть наука. So in order to understand the human body, и для того, чтобы понять человеческое тело, we have to understand the Vedic concept and principles of what they speak of in terms of nadis, chakras, the subtle five elements, the panchakoshas, the
the planetary systems, the color radiations of the body. So there is a whole range of subtle energies. Вот, и для того, чтобы понять вообще, что такое пространство тела, мы должны понять такие ведические знания, которые говорят о том, что такое энергетические каналы, нади, чакры, что такое тонкие тела, что такое система вселенская, что такое разные пространства, которые существуют коши в нашем теле. То есть вот, мы должны понять для начала, что это такое. So, in order to understand this complex system of the human body, at that time they had no instruments, no equipment. So the only way that ancient people could understand this working of the energy system was through meditation, through yoga, and those practices. Вот, и в древние времена, для того, чтобы понять, как это все устроено, как это все работает, у них не было никаких инструментов, приборов, приспособлений, чтобы проверить это. Был только один путь, прямой. Это йога, медитация, то есть это те процессы, с помощью которых можно реально практическим опытом понять, как это работает. So this knowledge system was a system which was therefore kept secret and never given out until the master had made sure that this person was ready to acquire this knowledge. Ну и эта система, она, конечно, была такая, как бы, достаточно секретная система. И пока мастер не чувствовал, не понимал, что его ученик готов к тому, чтобы принять эти знания и правильно, может быть, их использовать, то есть это знание не открывалось ученику. Because this knowledge is a very deep knowledge of the fundamentals of spiritual aspects of the human life and body. Потому что это знание, это очень глубокое знание, основы духовного, как бы, духовной основы вообще человеческого существования. So this whole concept of the energy system of the nadi, of the body, is around the deeper understanding of what we call the nadi system. Вот, и вся эта концепция о работе энергетической системы тела, она вся как бы находится вокруг того, что называется нади, или энергетические каналы в теле человека. There's a lot of confusion about how this nadi system exists in the human body. Вот, и есть много непонимания или неправильного понимания о том, как работает система нади в человеческом теле. Generally, it is spoken of as the shadow of the nervous system of the body. Вот, и в основном, как бы, о нади говорят как о тени, как бы отражении нервной системы в теле. But there's an ancient text in Ayurveda which describes the whole concept of the nadi system. Но есть вообще древний текст в Аюрведе, который говорит о том вообще, как работает вся система нади и что это из себя представляет. They describe that there are three types of nadis. Ida, Pingla, Sushumna. И они описывают три типа нади. Это Ида, Пингла и Сушумна. Which is related to the sun, the moon and the earth. И они связаны с солнцем, луной и землей. Now, how this nadi system works in the body is the fundamental of every aspect of Indian knowledge system and culture. И вот как эта система нади работает, это вся основа всей индийской культуры, всего индийского знания вообще в принципе о том, что существует. Basically,
the nadi system is what we call energy access within the body. Вот, и, ну, в основном нади это то, что мы называем энергетическими осями в теле. And it is supposed to be going through the center of the head to the feet, through the center of the subtle body. И вообще, ну как бы предположительно это должно идти от макушки тела до конца, до ступней, через центр тела, через центр нашего астрального тела. So when, for whatever reason, this energy axis or nadi is not centered or aligned in the body, и по какой бы то ни было причине, если эти энергетические оси или каналы, они не находятся в центре тела, то есть они не выровнены, it splits into two, left side and right side of the body. И тогда эта нади, этот канал, он как бы рассоединяется на две части, разрывается на две части, на левую и на правую часть. And this is both on the front surface of the body and the back, the two surfaces of the body. Вот, и у нас есть как бы две стороны, две поверхности тела, передняя и задняя. И, соответственно, это происходит и спереди, и сзади, это разделение. So this nadi system is described in the ancient text as fine as the spider's web. It's like a tube, which is a tube of light, a fine, fine tube of light, which is as fine as the spider's web. Вот, и в древних текстах аюрведических описывается, что сам по себе вот этот вот канал нади, он настолько тонкий, насколько вообще паутина. То есть это как бы канал, это канал света, то есть это излучение. So this is a system of very fine tubes within tube. Вот, и это такая вот система очень таких тонких труба в трубе. And the nearest thing in science that we can come to this nadi system is the fiber optics. Вот, и если так провести какую-то аналогию, да, вот чтобы понять, что это такое, то есть эта система нади, она очень похожа на оптоволокно. And the fiber optic system helps to transmit information, whether it's signals, whether it's electromagnetic, whether it's video, it is for transmitting messages. Вот, так же, как оптоволокно существует для того, чтобы передавать все, что угодно, там, и информацию, какое-то там видео, изображение, то есть существует для передачи информации в любом виде. The same way this nadi system in the body transmits to the universe everything, our emotions, our mental formations, our feelings and thoughts, and receives from the universe the same. И таким же образом, как оптоволокно передает информацию, наши энергетические каналы нади, они также передают всю информацию, та, которую мы переживаем, эмоции, чувства и все, что бы то ни было, что с нами происходит, это передается Вселенной. И также Вселенная передает информацию на наши энергетические. So this nadi system becomes more complex when you find that it is related the way the human body is made. И эта система нади, она становится еще более сложной, если вы начинаете говорить о том, как она непосредственно в человеческом теле работает. So this nadi system is the length of the head, the length of the trunk, the length of the legs, and the length of the entire body. Вот, и вот это вот такая система нади, то есть она идет по длине голова, шея, туловище, ноги и полностью все тело. So this nadi system, when it is not in the center, it splits into two. Yeah, it separates out.
Вот, и если эти оси у нас не с вами не выровненные, то тогда они разрываются и расходятся в стороны, соответственно, симметрично влево и вправо. So as this nadi system, as these axes go further and further from the body, и чем дальше уходят вот эти вот оси от нашего тела, the resistance of the body falls down, starts lowering. То есть сопротивляемость тела становится более низкой, низкой, низкой. And when this nadi system comes back in the center of the body, и когда вот эти вот оси у нас выравниваются и возвращаются в центр тела, it is the whole process of health and cure. Вот, и это все, это и есть процесс вообще здоровья и процесс исцеления, излечения. So in French they have a word called désaxé, which means the axes have moved out of alignment. Ну, во Франции у них есть такие слова, которые звучат как désaxé, то есть это когда оси уходят из тела. So this gives an idea that in ancient times they had an understanding of this energy concepts of the body. Ну, то есть это дает вообще вот как бы идею, то, что в древние времена они понимали вот эту вот систему, как работают энергетические оси в теле. So this understanding of the energy axis of the body and their alignment is the fundamental to the whole understanding of any culture of any country. Вот. И вот это понимание, как это сейчас не странно звучит, как работают все эти энергетические оси, что это такое, это фундамент всего того, что вообще может существовать в любой культуре любого народа. То есть на этом основано все. The way we identify these various zones of the body, и путь, которым мы идентифицируем разные части тела, we call them the mental energies, the emotional energies, the physical energies, and the whole body is the psychic energy. Вот мы называем это ментальной энергией, витальной энергией, физической энергией и психической энергией всего тела. So this system of energy in the different parts of the body can be identified with a very simple system in India, which we call mudras. Да, и вот эта вот система деления на вот эти разные энергии и разные тела в нашем теле, она может быть объединена с системой, которая в Индии называется очень просто мудры. So you must have seen a lot of paintings, sculptures, where people are meditating and they use this mudra called the chin mudra. And they meditate. Вы, может быть, видели много разных картин, скульптур, где люди медитируют, и они сидят вот в такой вот позиции, держат вот такую мудру, которая называется чин мудра. So why is this mudra preferred instead of other fingers? Почему вот эта мудра предпочтительная, ну, а не какие-то другие пальцы? This is because it forms an energy circuit. And this isolates the head from the rest of the body. Это почему происходит? Потому что вот когда мы соединяем эти два пальца, мы замыкаем нашу энергию в теле таким образом, что у нас энергия циркулирует только в области головы, изолирует от всего тела. So in meditation, what you want to do is to quieten the mind. Ну вот в медитации что вы хотите сделать? Успокоить свой ум. So in order to facilitate the process, you isolate the mind, isolate the head from the rest of the body by doing this. Да, и для того, чтобы достичь этого процесса, вы просто изолируете вашу голову от всего остального туловища. And when I do this, the axis that I'll get is the length of the head only, not the rest of the body, but only the head zone. И вот когда я делаю так, то вот все оси, они имеют длину только длины вот головы. Similarly, when I do this, the second finger, I isolate the trunk,
from the rest of the body. И вот подобным образом, когда я соединяю вот эти два пальца, я изолирую туловище от всего остального тела. These are your emotions. Это ваши эмоции здесь живут. So you can get depressed, you can get angry, you can be happy. So all this will affect the balance of your energy access in your body. Ну, вы можете быть в депрессии, вы можете быть счастливы, вы можете быть как-то эмоционально, и все это отражается на вашем эмоциональном теле. The third finger, the ring finger. И третий палец. This is for the legs. Он отвечает за ноги. This is your physical energies. Это ваша физическая энергия. And the smallest finger. И вот самый маленький палец, мизинец. This is for the entire body, head to toe. Это вот соединяет все ваше тело, голова, ноги, туловище. And this we call the psychic energies of the body. И это психическая энергия тела. So why is this information important? И почему же эта информация важна? Why this is important is when, for example, we check with an instrument, for example, this instrument which we call a Lecker antenna. I will come back to it later. Вот почему это важно, вот, ну, вот мы проверяем это с помощью вот этой Lecker антенны, которую я скажу, о которой я скажу позже. Но почему это важно? We find that when we do this, we can understand where is the problem of any organ of our body. Но мы обнаружили то, что когда мы делаем вот эти вот мудры, мы можем обнаружить какие-то любые проблемы вот в любом органе, который существует в теле. So, for example, if I want to test the heart or the lungs or the stomach. Ну, к примеру, если я хочу проверить легкие, сердце или желудок. I select the wavelength of the stomach or the heart on the instrument. Я выбираю длину волны сердца или легких или желудка на этой антенне. And we test with the person doing the fingers. И мы проверяем с человеком, когда он соединяет вот такие вот разные мудры. What it shows is that depending on which energy axis of the body is the most disturbed in the different zones. Это показывает вот какие оси в теле наиболее наиболее повреждены в теле. That is the origin of the problem. И это вот на самом деле причина проблемы. Which means it can be a mental stress which can affect the heart. It can be an emotional stress which has initially affected. It can be a physical stress or a psychic stress. Да, то есть, ну вот в зависимости от того, какие оси наиболее разрушены, это означает, что проблемы могут быть либо ментальные, либо психические, либо физические, либо эмоциональные. So this understanding of the energy axis of the body and how it moves in the body and how it comes into alignment and out of alignment. Вот, и вот это понимание энергетических осей в теле, и как это двигается, и как это выравнивается в теле, это очень важно. Where it becomes complex is that every organ of the body has these energy axes. So there is a heart energy axis, there is a lung energy axis, there is a stomach energy axis. So every organ has this complex system of energy axes. Да, и вот где это становится наиболее сложным, это то, что это касается того, что у каждого органа в нашем теле существуют свои энергетические оси. То есть все наши органы, они обладают своей энергетической системой. So this energy system has three parts. What we call the sun part, the moon part, and the earth part. И вот эта энергетическая система, у нее есть три части. Это солнечная часть, лунная часть и земная часть. So from sunrise to sunset time. С солнечного восхода до заката. The sun energy creates an energy access system within our body.
which disappears with the setting of the sun. Да, солнце создает такую энергетическую систему, энергетические оси в нашем теле, которые растворяются в тот момент, когда солнце уходит. So if I check on a person in the daytime, in the sun time, I might find his axis maybe less disturbed than if I check it at the moon time or the earth time. Вот, если я могу, если я проверю оси человека в солнечное время, может быть, я обнаружу, что они гораздо менее повреждены, чем, допустим, в лунное время. So, for example, the moon time or the moon axis is from moonrise to moonset. Вот, к примеру, время Луны, оно начинается от восхода Луны до заката Луны. And the earth time is at the new moon when the sun and moon rise and set together. There is no moon at night, so then there is only the earth energy. Ну и вот энергия Земли, когда работает в нашем теле, это так, когда нету ни солнца, ни луны на небе. То есть вот как бы когда луна села и солнце тоже. So which is then we can work with the earth energy and harmonize it in the body. Вот и это тогда мы можем работать с энергией Земли и гармонизировать эту энергию в нашем теле. So the whole question is that there is so many different types of nadis, solar, lunar, earth, in the different zones of the body, for the different organs of the body. How do we maintain all this alignment? Ну вот, и представьте себе, вся эта сложная система, все эти 72 тысячи энергетических каналов, которые работают во всех органах, во всех системах, в разное время по-разному, солнечное, лунное и земное время, как на самом деле все это гармонизировать, как это все выровнять, то есть как это сделать? So in the traditions they speak of not 100 or 200 nadis, they speak of 72,000 nadis. Ну вот они говорят о том, что это ведь не 100, не 200, не 1000 каналов, а 72 тысячи каналов. So is there a system or is there a way in which we can maintain the harmony of these 72,000 nadis? Но вот существует ли такая система, которая может поддержать все эти 72 тысячи каналов вообще в гармонии, гармонизированными? So this is where they found a very interesting relationship between the body and the building. Вот это как раз там, где они обнаружили очень интересные взаимоотношения между телом и зданием. So if we can design a building in such a way that when you are in that space, the building space aligns you. Вот если вы могли бы создать такое здание, что когда вот вы находитесь в этом пространстве, это пространство само по себе выравнивает все эти ваши 72 тысячи каналов и осей. So this is the whole secret of architecture. Но вот это весь секрет архитектуры. And this is a spiritual knowledge and secret which we have to bring back in our architecture today. Вот, и это вообще духовное знание, и это все и есть секрет древнего знания, которое мы сейчас должны вернуть назад. Since this knowledge has been lost over the years in all the traditions and culture. И поскольку это знание было утеряно вообще на протяжении этих веков во всех традициях и во всех культурах. As architects, when we practice today, и как архитекторы, когда мы практикуем сейчас, we are responsible for all your health problems, your emotional problems, your financial problems, your relationship problems. It's we architects who are designing the buildings wrong, and you are suffering the consequence of it. Да, ну и вот как архитекторы в наше время, мы вообще на самом деле несем ответственность за все ваши проблемы со здоровьем, проблемы с отношениями, проблемы с вашим успехом вообще, с всем тем, что происходит в вашей жизни. То есть ответственность на нас, если мы неправильно это пространство выстраиваем, то есть как бы это ответственность архитектора, который это сделал. So I found that with the help of geobiology, which was a research started in Europe by medical doctors after the Second World War. И я обнаружила, что вот вместе с геобиологией, которая с этой наукой, которая была основана немецким доктором после Второй мировой войны,
they found that when they were visiting patients at home in villages and towns. И они обнаружили, что когда они посещали разные дома в деревнях и в городах, that there were certain buildings where whoever came and stayed over a period of time had the same health problem as the people staying there earlier. Вот, и там были, допустим, какие-то определенные здания, в которых люди менялись постоянно, да, но проблемы со здоровьем были одни и те же. То есть заболевали люди одной и той же болезнью в конечном итоге, живя в этом доме. So they tried to understand what is it in a building which causes health problems. И они пытались понять, что же такое вот в самом здании, что является причиной болезни, причиной проблемы со здоровьем. And one of the first things they understood was that the cells of the body vibrate at very, very high frequency in the range of 0 to 30 gigahertz. И вот одна из вещей, которые они обнаружили, это то, что клетки нашего тела, они вибрируют на очень-очень высокой частоте, от 0 до 30 гигагерц. And this means that it has wavelength within the range of 0 to 20 centimeters. Вот, и это означает, что длина волны у этой частоты, она вот в этом диапазоне от 0 до 20 сантиметров. So, this instrument is 20 centimeters long. И этот инструмент, он 20 сантиметров, длиной в 20 сантиметров. And it is held in the hand in this way. И вот таким образом это держится в руках. And wherever we fix the cursor, we short circuit the antenna and we change the wavelength of the antenna. Вот, и эта антенна, и вот когда мы меняем вот этот полозок, да, вот этот курсив, то есть этот курсив укорачивает эту длину волны, вот от 0 до 20, и когда он ее опускает, то есть он как бы ее укорачивает. So when I hold it in the hand and I scan, и когда я держу это в руках и я сканирую, wherever it meets the same wavelength, it goes into resonance. Вот, когда это встречает аналогичную длину волны, это вступает в резонанс, и антенны реагируют. So when the radiation is good in a space, it is not harmful for the body. И если вот это излучение, оно хорошее в пространстве, и оно не разрушает тело, we find the instrument goes away from me. Я обнаруживаю, что инструмент идет от меня. But when it is not right, if I check the wavelength, the antenna here, the with the antenna, the mobile phone. Вот, но если это не очень, это не хорошее воздействие. Negative reading. И если я вот проверю, например, вот излучение этого мобильного телефона, это дает мне негативную реакцию. And if I check the other one, which is corrected, there is no radiation effect. Ну вот, а теперь если я проверю телефон, у которого есть коррекция, тогда нет негативного излучения. So the effect is that if you hold it in the hand, эффект такой, вот если вы держите это в руке. I don't know, would somebody like to come here? Кто-нибудь хочет сюда выйти? Yeah, come. You have your mobile? У вас есть? You can switch it on. It's on. Включено. Yeah. Mm-hmm. So now, if I hold it, I check on the body. Can you do this with the fingers? На ее теле. With this hand. Соедините вот эти два пальчика. The left hand is for the front of the body. Левая рука соединяет, и мы тогда можем проверить энергетические оси спереди тела. Yeah. So when I check on the body, I find that her energy axis is here. Вот когда я проверяю, so far, instead of in the center. Вот когда я проверяю сейчас, когда она держит телефон в руке, у нее энергетические оси вот разошлись вот видите, вместо того, чтобы быть в центре, ну метр на три. So when it is not centered, it splits into two, left side and right side.
И когда это не отгармонизировано, не в центре, это разделяется. Take the second finger. So I don't get anything on the head. This is the trunk zone. I take the length of the axis. It starts from the throat, goes to the coccyx, nothing below. Вот, и сейчас он проверяет, она соединила два других пальчика. From это here зона to here. Туловища. То есть энергии в области головы нету, есть в области туловища, и нет в ногах. Take the third finger. И третий палец соединяет. So nothing on the head or the trunk. Ничего на голове, в голове и в туловище. So вот this тогда. Is the legs. Yeah? It goes all the way down. Да, энергия в ногах. Yeah? Take the fourth finger. А теперь четвертый пальчик. And this is the whole body from head все, to toe. Все тело теперь. Mm-hmm. Yeah? So this energy axis, as you see, just by holding it in the hand, it affects everything in your body system. Вот просто вот эти вот оси, вот просто держа вот так вот пальчики, вот таким образом это влияет на вашу энергетическую систему. Замыкает. Now you do again. It is right in the center of the body. Yeah. This is still on, it is still working. Тоже рабочий телефон включенный, вот, и все оси у нее сейчас вот, ну, в области головы вернулись в центр. So this is the trunk. Это туловище. This is the legs. Fourth finger. This is the whole body. Все тело. So everything is centered in the body in spite of holding it. И все теперь вообще выровнено в теле, вместо того, чтобы быть на стороне. So the same thing happens when you have a building where the energies are corrected. То же самое происходит, когда у вас есть помещение, в котором вся энергия скорректирована. Okay, second finger. Third finger. Fourth finger. Everything is aligned. У нее все выровнено, все энергии в центре. So this is the reason of the building. И это причина, почему у нее так все происходит, потому что это в самом здании заложена причина. So this is why when you go into a building first time, you feel either you are happy in that space or you feel like going out of that space, running away. Это вот почему вот иногда, когда вы заходите в любое помещение, вы чувствуете либо себя хорошо, либо не очень хорошо, либо вы счастливы, либо вам хочется покинуть это помещение. Why do you feel happy? Is because everything is centered in your body as soon as you are in that space. Потому что как только вы зашли туда, у вас энергия сразу все отцентрировалась. And why you feel unhappy or you want to go away? Is because this energy axis is pushed out of your body. И почему you're вы not чувствуете comfortable? Себя некомфортно? Потому что ваши оси все вышли из центра. So this alignment of the body is very important. Вот эта вот выровненность тела очень важна. And this is the whole secret of thank you. И вот whole это, secret of architecture. И вот это все это секрет архитектуры. So there are two parts in a building, two kinds of energy in a building. Вот есть две разные энергии в помещении, разных типа. One is called static energy. Одна энергия называется статическая энергия. And the other is called dynamic energy. И вторая называется динамическая энергия. And that is in the Indian tradition what we call Purusha, static energy, Prakriti is dynamic energy. И это то, что мы называем в индийской традиции Пуруша, это статическая энергия, и Пракрити – это динамическая энергия. Now, to understand this relationship of Purusha, Prakriti, static and dynamic energy, для того, чтобы понять вообще взаимоотношения между Пурушей или статической энергией и Пракрити динамической энергией, we will take the example of a stone with a string. You turn it. Вот мы с вами возьмем такой пример камня с такой вот нитью.
So if your static energy was not as strong as your dynamic energy, the stone would fly away. So if you leave it, the stone would go away. If your static energy is not as strong. Да, но если ваша статическая энергия не так высока, то тогда, если вы отпустите этот камень, он улетит сразу в сторону. So this static and dynamic energy have to be balanced. То есть статическая и динамическая энергия в помещении, они должны быть сбалансированы. So static energy in a building is what? It is the proportion. Статическая энергия в здании – это что? Это пропорции. The form of the building. Это форма здания. The orientation of the building. Ориентация здания. And the material that is used in the building. И материалы, которые используются в здании. So there is a science behind each of these four. И существует наука, которая находится как бы за каждой из этих предметов. In ancient times, the scale, the body that was used in the construction, in buildings, everywhere was the what they call the cubit. Вот. И в древние времена главным измерением вообще при строительстве был что? Помните, это как называется? Локоть, да? Локоть, да. Локоть. And this proportion was used right from ancient Egypt 12,000 years ago, 15,000 years ago. Вот, и эта пропорция использовалась 15-12 тысяч лет тому назад. This proportion is based in the way the human body is made. Вот, и эта пропорция, она как бы используется таким образом, как вообще все тело человека построено. You have seen this famous drawing or picture of the famous architect Le Corbusier. Вы видели такую известную картину французского архитектора Le Corbusier? He has called it the modular man. Она называется модулярный человек. Like that. Ну, примерно вот так вот. Ну, не думаю, что это оригинально. And he has shown how every part of the body, from head to toe, is in what we call the golden proportion. И вот он показывает, как вот каждая часть тела, от головы до стоп, вообще находится в пропорции, в золотом сечении, в пропорции золотого сечения. То есть все наши части тела находятся в идеальной пропорции золотого сечения. So every part of the body, the length of the arm to the length of the total arm, everything is in golden proportion. Да, вот каждая часть нашего тела, например, вот эта вот длина локтя, она находится в соотношении золотого сечения, в пропорции золотого сечения со всей рукой, длиной руки и так далее, каждая часть тела. So this proportion is when you take a rectangle, a square. You take a square. Вот эта пропорция, если мы возьмем с вами вот такой вот квадрат. You take the diagonal. И нарисуем диагональ в этом квадрате. You draw the radius. И потом мы нарисуем такой радиус. Where it cuts, you get the golden rectangle. Вот, и там, где это отрезает пространство, мы получаем здесь золотое сечение. This is a proportion which is known as 1:1.618. Вот эта пропорция, она известна как 1:1,618. So this proportion is what gave the Renaissance in Europe. Но вот это та пропорция, в которой построен весь Ренессанс в Европе. This discovery of this golden proportion. То есть это открытие было вот золотого сечения, это время Ренессанса. So in the drawings of Leonardo da Vinci, if you see the works of Michelangelo, everywhere you will find that everything is based, the whole concept
is based on the golden mean. И даже вот во всех вот рисунках Леонардо да Винчи и других Микеланджело, известных художников того времени, вы обнаружите везде вот эту вот пропорцию золотого сечения. Все было на этом построено. And the same thing was applied in architecture also. И то же самое было в архитектуре, то есть в самой архитектуре. And Le Corbusier was one of the rare architects who used it in all his buildings. И вот Le Corbusier был одним из очень редких архитекторов, который использовал эту пропорцию во всех тех проектах, которые он построил. Including the design of furniture. И он, включая даже вот дизайн мебели, он тоже использовал везде золотое сечение. So in the Indian tradition, the smallest dimension we start with is the human finger. Вот, в индийской традиции самый минимальный размер, с которого мы начинаем, это человеческий палец. So this is called an angula. What? How? Angula. Angular. Angula. Angola. This is the name in Sanskrit. Имя в санскрите называется Angola. And then this width of the finger. This width of the finger is also used in the measurement. Oh, и вот эта ширина даже пальца используется для проекта. So 24 of this width, 24 of this finger width is form one hasta. Wow. В общем, 24 вот этих вот ширин и 24 вот этих вот длин, они вот формируют вот эту вот длину. So in the olden times, a building was designed based on the hasta of the man who was supposed to live with his family in the house. Ну вот, и в общем, в древние времена дом строился по локтю мужчины, который был хозяином этого дома. Today we have to consider everyone. In olden times, they used to consider only the man. Сейчас мы должны учитывать всех, каждого. Вот, но вот в древние времена только хозяйский локоть был основой. Попробуй войди в такой дом, другой хозяин, да, не получится вообще, просто заложено. So proportion is very important, how we proportion the length, breadth, height, everything in a building. Ну вот, и это очень важно, в какой пропорции находится длина, высота, ширина, то есть это важный аспект. The second thing is the form of the building. Вот вторая вещь, это форма здания. You have all heard of the pyramid. Вы все слышали пирамиды. And there have been many experiments which have been done in Russia and East European countries. И очень много экспериментов было сделано вот с пирамидами в России, в других странах европейских. Where they say that anything kept at one third the height of the pyramid. Где эти эксперименты показывали, что чтобы вы не хранили вот на высоте одной трети пирамиды, в одной трети. So at this one third level, на этом nothing уровне gets spoiled. Ничего не портится. It will not decay. Вообще просто вот не тлеет, не плесневеет, не портится. You can do these experiments. Вы можете сделать такой эксперимент. The only thing is that the angle of the pyramid. Только очень важный вопрос, который есть. Should be between 51 and 52 degrees. А вот угол пирамиды должен быть между 51 и 52. So anything you keep at one third the height. И все, чтобы вы не хранили вот в этой области. Will not decay. Не испортится. So when scientists first entered the pyramids of Egypt. И когда ученые впервые зашли в пирамиды египетские, и они зашли вот как бы где могила захоронения царей была, и это было вот на высоте как раз этой трети от основания пирамиды, там были там собаки, кошки, вот. But had died, but had not decayed. They had got mummified. Ну вот все, что там было, все это, они умерли, но они не
не растлелись, то есть они были мумифицированными. Become hard like stone. И они становились такими твердыми, как камень. So, the question which came in my mind was that if in the pyramid form there is a concentration of energy at one-third the height. И вот вопрос, который пришел ко мне в голову. Если вот форма пирамиды создает такую мощную энергию вот в центре, then what happens in a building? Что же происходит тогда в самом здании? How to know whether the energy is good, bad, what happens with the different shapes? Вот как узнать вообще, где энергия хорошая, где она плохая? Как сама форма здания создает вообще внутри энергию? Because the same four things we apply in architecture today. Form, proportion, orientation, and material that are used. Потому что вот те же самые четыре вещи мы сейчас учитываем в современной архитектуре. Форма, пропорция, ориентация и материалы. So this is oriented to east, west, north, south. И вот пирамида, она четко ориентирована по кардинальным направлениям. Север, юг, запад, восток. And normally there's no metal inside. It has to be a stone or wood, any natural material. Ну и обычно никакого металла внутри. Это должны быть или камни, или дерево, то есть. And naturally the form is the pyramid form. И обычно это форма, ну как бы пирамидальная. And the proportion is based on the angle as well as the square. 1:1. 1:1 ratio. Ага, 1:1. This is 1:1. Uh-huh. But the height, because of this angle, in the golden what we call the ratio of pi. P. You mean P. Mm-hmm. We call it P. Okay. То есть и пропорция у пирамиды такова, что вот у нее стороны равны, а высота самой пирамиды, она является как бы пропорцией с P. То есть, ну, в общем, сейчас я вам точно не скажу, как это. На пи или умноженное на пи, или 3.14. Да, 3.14. А, нет, если в основании у нас стороны 1.1.1, то высота самой пирамиды 3.14. So, they were using a lot of mathematics, a lot of understanding of materials, orientation. Да вот они использовали очень много знаний, использовали в том, как использовать на ориентацию, материалы при строительстве пирамид. So this for a building the orientation has to be with respect to cardinal directions, east, west, north, south, and not at any angle. Вот, и любое здание, да, оно должно быть построено четко в соответствии с кардинальными направлениями, то есть север, юг, запад, восток, без сдвига, смещения. So they used to see the rising sun on the 21st of June and 21st of December. То есть они обычно, как раньше, они видели 21 июня восход солнца. They used to stick a post. Они вот ставили такое. And with the rising sun. The shadow would cut. И вот с восходящим солнцем тень будет делить на два направления: восток и запад. So you got exactly the geographical east-west. То есть вот так вот получается абсолютно точно географический восток-запад. On 21st June and 21st of December. 21 июня и 21 декабря. And then using these points, и используя вот эти
точечки, они рисуют такие полусферы и получали север и восток. Yeah. So they used very simple things. Они использовали очень простые вещи. To exactly orient the buildings. В точности сориентировать здания. So this was important, the orientation of the building, cardinal directions, the form of the building, the proportion of the building, and the fourth aspect is the material. Why is the material so important? Вот это было очень важным. То есть ориентация здания по направлениям кардинальным, формы самого здания, пропорции самого здания. И четвертый аспект – материалы. Почему это так важно, материалы, из которого здание построено? Сегодня мы используем огромное количество камня и дерева в наших строениях. Now, how should I use this piece of wood? Вот как должен я использовать вот этот кусочек дерева, например? Is there a particular way of using it? Существует ли какой-то особенный путь, каким образом использовать это? Или я могу положить это в любом направлении, как угодно? So would somebody like to come here? Кто-нибудь хочет выйти сюда? Хочет? Ну? So, stand here. We'll just do a test once with the Сейчас fingers. Мы сделаем сначала, проверим. With the left hand. First finger. Левая. First. Mm-hmm. Первый пальчик. Second. Mm-hmm. Third. Fourth. Okay. Mm-hmm. Now you hold this in the other hand and you do the finger again. Why is the energy here? У него энергия, сначала он проверил, она была у него в центре. Теперь он взял дерево в руку, и теперь проверяет, у него энергетические оси разбежались на разную длину, все тело. Why is the energy so far? Почему энергия так далеко ушла? Just by holding it. Он же дерево держит в руке, просто держать дерево в руке. To the first finger again. Теперь первый палец. Second. Third, fourth. Now it has come nearer, but it is not centered. Ну, теперь это как бы немножко стало поближе, но все равно не в центре находится энергия. В чем дело? Second, third, fourth, little finger. This. Okay? So why is it that the same piece of wood has had three different effects on it? Почему вот этот, то есть сейчас это в центре, почему вот этот кусочек дерева, один и тот же материал, имеет такое разное влияние на Андрея? The first time when we hold it like this. Первый раз, когда вот он держал его таким образом. The effect was because this is the root part, this is the top part of the tree. Эффект был потому, что вот это вот была верхняя часть была корнем, а нижняя часть была верхушкой. So there is a, even in this dead wood, there is an energy. Но даже вот в этом мертвом дереве, которое срубили и разрезали, но там живая энергия. And this energy affects the alignment of the body. It is so sensitive, the body energy. И энергия тела настолько чувствительна, что вот эта энергия влияет на его тело. When we held it in the right way, it brought the energy nearer, but it did not center it. Why? Когда мы стали держать это правильным путем, да, то есть как бы поменяли корень и верхушку, энергия у него приблизилась, но она все равно не была в центре. Почему? Because we corrected up and down. Yeah? Потому что мы откорректировали вверх и вниз. So why didn't it align still? Почему она не выровнялась? Because there is also the inside of the tree and outside of the tree. Потому что есть внутренняя часть ствола и есть внешняя. So the inside has to face the inside of the body, outside has to face the outside. Ну, то есть вот внутренняя часть дерева должна быть направлена к телу, а внешняя от тела, вовне. Всегда горизонтально, потому что дерево же двигается, летом оно длиннее, зимой.
как здесь быть? Все обычно вот так вот. When we use it in a horizontal way. Yeah, there also there is a method in which the root has to be towards the south or the west. Да, существует метод, в котором в горизонтальном положении, значит, корень должен быть ориентирован на юг, а верхушка на. And what about for side? You mean what? Ну, смотрите, есть четыре стены в доме, да, соответственно, две стены будут ориентированы на север и на юг, а две будут на восток. So, how does it work when we have four walls? So it means that two walls will be oriented in the correct way and two. No. In every wall, it has to be fixed in that way. Because if it is a north-south wall, this will be on the south. If it is an east-west wall, it will be on the west. Ah, okay. Yeah. То есть правило такое. So it takes care of every orientation. На восток, на запад. То есть как бы либо so we need to orient root. Root towards south or west, and the top towards east or north. Корень на юг или запад, и верхушка на север и на восток. Yeah? Thank you. The same thing applies for stone. Те же самые вещи, они касаются камня. When I use a stone, вот когда я использую камень, it can be marble, it can be granite, it can be any stone. Это может быть все что угодно, мрамор, гранит, какой угодно, натуральный камень. In olden times, they used to cut it layer by layer. И в древние времена они обычно резали уровень за уровнем, слой за слоем. So every layer that was cut was marked. И каждый слой, который был отрезан, он маркировался. Which is the upper side and which is the inside, the mountain side. Где верхняя часть и где внутренняя часть, которая растет от горы. So when I'm putting the stone on a staircase, for example. Вот когда я, например, укладываю камень на ступенечки. How do I fix it? Как я это фиксирую? The inner side has to be the inside of the step. Вот, the outside. Часть, как раз рос камень от горы, должна быть ориентирована внутрь ступеньки, внешняя внутрь. The outside has to be the, towards the outside. The upper surface is where I will be putting my step, and the lower surface will be touching the step base. И вот верхняя часть, она должна быть там, где я касаюсь на своей ступнёй, и нижняя там, где, ну, основа, куда so камень клеит. Every time I'm standing on that material, if the energy is not rightly placed, my energy of the body goes out of alignment. И каждый раз, когда я наступаю на ступенечку, которая это неправильно ориентирована, моя целая энергия, вся энергия тела, она вся выходит из строя. Ну, как бы, то есть каждый раз, либо ты идёшь, и у тебя всё выравнивается, я, например, у него в конце черепа была, вот у него все ступеньки, все, они все там, камни, все, что использовалось, оно вот так вот сразу ориентировалось правильно. Там пребываешь в хорошем. So this knowledge the ancients had, and every building, every structure that was built in this manner, вот using the materials вот in the right way. Вот это знание использовалось в древние времена, вот в точности, то есть вот все здания, которые были построены, вот, все это знание использовалось, и все было построено вот именно таком, таким образом. Today, since we are not aware of this and we don't follow this, we put the wood any way we like. Ну вот, и поскольку сейчас мы не знаем ничего об этом, и как бы мы не так, в общем-то, серьезно к этому относимся, то есть как бы мы в любом направлении дерево укладываем. We just finished a building in Gujarat, 6,000 square meters. Мы только что закончили, сдали объект 6,000 квадратных метров в Гуджарате. It was an IT construction for IT, 500 people working there. И это вообще IT-компания, то есть там работает 500 людей. The whole floor was in marble, Indian marble. И вот весь пол в IT-компании покрыт мрамором. And every piece of stone was marked. И каждый кусок вот этого мрамора был маркирован. I tested with the instrument, we marked. Он проверял это все с инструментом. And every piece of stone was placed in the right way. И вот каждый кусочек мрамора был уложен правильным образом. Because when the people are working and sitting with their legs on it for 8-10 hours.
Потому что когда люди работают, и они сидят вот на этом камне по 6-8 часов, and if their energy field is way out of the body, и если их энергетическая, да, и их энергия выбивается из центра и находится где-то на стороне, то это для них будет кошмаром просто. Каждый день они будут просто после работы, ну, разрушены. So, as architects, we have to become very responsible. Да, и вот как архитектор мы должны быть очень ответственными. It involves 10 times the work that a normal architect would do. Ну, это, конечно, затрачивает в 10 раз больше как бы работы, конечно, чтобы сделать это. But it is at the end worth it because of the happiness and the energy that a person gets being in that space. Ну, это имеет смысл, потому что это приносит здоровье и счастье человеку, для которого это помещение построено. So we are talked about the static energy, orientation, material, proportion and form, four aspects. Мы говорили с вами о статической энергии, то есть это четыре аспекта статической энергии: это ориентация, пропорция, форма и материалы. Now what is the dynamic energy in a building? А что же такое динамическая энергия здания? The dynamic energy is the space which is created, and how you are going to put what function in which space, how you are going to use the space for kitchen, for sleeping, for working, for prayer, for meditation. Вот динамическая энергия – это вы создали пространство. Как вы будете использовать это пространство? Какие функциональные вещи вы будете делать в каком месте? Где у вас кухня, где у вас что? То есть где что располагается? Это динамическая энергия. So we get four quadrants. То есть мы получили с вами четыре квадрата. And each quadrant is one dynamic energy: northeast, southeast, southwest, northwest. И в каждом из этих квадратов есть динамическая энергия: северо-восток, юго-восток, северо-запад и юго-запад. Each of these zones is also connected to an element in nature. И каждая из этих зон также взаимодействует как бы с элементом, который существует на Земле. So this is fire, which is in Sanskrit agneya. Вот это огонь, или как на санскрите это называется агнея. This is air or vayu. Это воздух или ваю на санскрите. This is called space, ether, akash. Это называется акаш или эфир, пространство. At the center is the courtyard, which is the earth. А в центре это такой вот внутренний дворик, courtyard его называют, и это элемент земли. And the southwest is the water. И юго-запад – это вода. Now, in this division of the house, we also get a relationship with the division of the body. Вот, и вот в этом разделении самого дома у нас также есть, присутствует подразделение нашего тела. This is the legs. Это ноги, это зона ноги. This is the trunk. Это туловище. This is the head. Это голова. And this is the entire body. Это все тело.
which means that today fire is kitchen, cooking, electricity mains is your fire, the heating system of your house is fire. So where should this fire be? In which part of the house should this fire come? Вот, что означает вот сегодня, что такое огонь? Огонь – это кухня, это электричество, это все, что связано, то есть электричество мы рассматриваем сейчас как огонь, да, то есть вот поэтому это та зона, где должны, что здесь должно быть, где должно быть ваш электрический вход. Ideally, it should all come in the southeast of the house and the property. То есть идеально вот все это, отопительная система, электричество, кухня, должны находиться в юго-восточной зоне вашего дома. If this is not there, then what will happen? People living in the house will have problems in their legs. И вот если это находится в неправильном месте, то что происходит? Тогда у людей возникают проблемы с ногами. So if you have any pain in your legs or any problem in your legs, which is the area you look at the southeast. Вот, если есть у вас какие бы то ни было проблемы там с коленями или с ногами, то вы должны что сделать? Вы должны проверить в своем доме юго-восток. As architects, normally we put the washrooms and the toilets in the corners of the building, often. Очень часто, как архитекторы, они, значит, проектируют так, что туалеты находятся в угловых вот в этих зонах. So the effect of the drain is to drain away the energy of the house. Вот, и эффект стока вообще любого – это сток энергии дома. So, if your toilet is in the southeast, then it will drain away the energy of the leg zone. Вот, если у вас туалет вот там вот находится в области юго-востока, то это будет оттягивать энергию из ваших ног. So some problem of the legs will happen. И какие-то проблемы с ногами могут случиться. The water element is the most important element in the water, in the body. Вот, элемент воды – это наиболее важный элемент в теле. Как вы помните, мы на 70% состоим из воды. Yeah, 70% of the body is water. 70% тела – это вода. So the effect of the water is to control, to dominate. И эффект от воды – это контролировать и доминировать. And in the house, this is the function in terms of master bedroom. Вот, и в доме, на самом деле, то есть наиболее благоприятное функциональное назначение этой зоны – это хозяйская спальня. So whoever sleeps in the southwest will control the house. И кто бы не спал, вот, допустим, на юго-западе, тот будет контролировать весь дом. If your children are sleeping there, then you know who is controlling the house. You have to listen to them. Если ваши дети спят в этой зоне, то вы знаете, кто вообще вашим домом управляет на самом деле. Да. The northwest element is the air element, which is an unstable element. Вот, и северо-запад – это стихия воздуха, это нестабильный элемент. So it is good for a living room where people come and go. Это очень хорошо для гостиной, куда люди приходят и уходят. This is also good for guest room. Это также очень хорошо для гостевой спальни. So they don't stay long. Чтобы они долго не задерживались гости. If you put your guest in the southwest, then you will have to listen to them. You may have to leave the house. Ну да, и в общем, если вы своих гостей положите вообще в мастер бедрум, то вы тогда должны будете слушать ваших гостей. Может быть, вам даже придется покинуть ваш дом. Okay. This is your space element, and this is your sacred space of the house. Да, а это элемент пространства или эфира. И это ваша сакральная зона в доме. And this is where you have your meditation room. Это место, где у вас комната для медитации. So
normally in India, this is the area which is kept for what we call the puja room, prayer room. No, обычно вот эту зону в Индии мы ее так называем puja and prayer room. Это значит, ну, пуджа – это такая церемония, да, индийская. То есть это комната для молитвы. In any case, this area, the north and the northeast, is very important. Вот, в любом случае, вот эта вот область севера и северо-востока очень важная. North is your finance. Север – это ваши финансы. And northeast is your sacred space. И северо-восток – это ваше сакральное место. So what happens is that under no circumstance should you have there any fire, like kitchen, electrical, heating system of the house, вот or если, toilets and drains. И если, вот, не дай бог, в этой зоне у вас есть что бы то ни было связанное там с огнем, как кухня, электричество входящее, все, что связано с огнем, либо туалет и вода. Then you know where your money is going. Ну, what тогда вы знаете, куда ваши деньги уходят. Или в туалет, или сгорают. So, also, this gives a very severe health problem if the northeast is affected by fire or toilets. Да, вот, и еще на самом деле, если северо-восток находится под влиянием огня или воды, то это создает достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Tumor, это могут астма, быть рак, problem, опухоли, астма, кровяное давление. Any severe problem of the body, you have to look at the northeast. Вот какие бы то ни были такие глобальные проблемы со здоровьем, надо проверять эту зону. So there is a direct relationship between the human body and the building. Вот таким образом существует прямая связь между помещением, зданием и человеческим телом. So if your functions are not right and not placed correctly, и если вот ваши функциональные помещения неправильно размещены, this can be the ideal location for the toilets. Вот, например, идеальное место для туалетов может быть вот такое. Вот посмотрите. But never in any corner or on the north. Никогда не в углах и никогда не на север. Вот это вот идеальное расположение. Запад, восток, юг. Now, this configuration of the relationship of the body and the building is very important to understand. И вот эту конфигурацию взаимоотношений между телом и зданием очень важно понять. Now, what converts static energy to dynamic energy is the doors. Вот, и что как бы превращает статическую энергию в динамическую энергию, это двери. Yeah. So where do you place your door is very important. Очень важно, где вы расположите ваши двери. Each orientation has a certain kind of energy in a building. Каждая ориентация имеет особенный вид энергии в помещении. If you have an east entrance. Если, предположим, у вас есть вход с востока, then the people living in the house will have interest in knowledge. They are teachers, they are researchers. There is some interest in deeper understanding of things. Да, вот если, допустим, у вас вход расположен со стороны востока, это означает, что люди, которые в этом доме будут жить, они будут очень заинтересованы в знаниях разного рода. Они будут заниматься исследованиями, познаванием и так далее. Они будут учителями, то есть вот как бы это восток стимулирует. If you have a north entrance, а когда у вас есть, допустим, северный вход, then the people will be interested in business. Ну, вот люди будут бизнесом интересоваться в основном. If you have a west entrance, если у вас с запада вход, then the people would be interested in would be people like in martial arts,
and interested in anything where there is a risk of life or any risk. В общем, короче говоря, это будут люди, которые будут заинтересованы в такой рискованных областях жизни, то есть это военное какое-нибудь искусство, что-нибудь вот из этой области. They can be in the army, navy, force, etc. Армия, там морской Police. Флот, то есть что-нибудь из таких вот. Любые рискованные. The South. There is a lot of misunderstanding of the South. Вот и вот по поводу вас, юга очень много есть непонимания по поводу юга. In India, a lot of people believe that if you have a south entry, then the people will not be interested in life. They'll all become yogis and they leave the world and live in the forest. В Индии многие люди верят в то, что если вход будет с юга, то люди, которые живут в этом доме, они не будут вообще в этой жизни никак заинтересованы. Они сразу станут йогами и, в общем, уйдут из этой жизни, из физической. But what I find is that if I'm given a choice, which house would you like to live, which orientation? Вот, но что я обнаружила, что, допустим, если бы мне был дан выбор, вот какой я бы хотел вход иметь? I would take a southern entrance. Я бы тогда выбрал южный вход. Because I find that it balances your material and spiritual life. А потому что я обнаружил, что это наоборот балансирует вашу материальную и духовную жизнь. And I see this in my own house, the effect of it. И вот я наблюдаю вот это вот в моем доме, эффект от этого. So these are very, I'm not going into too many details now. There's a whole science of exactly the door and how it has to be made and how it is to be placed and where it has to be placed, etc. Да, но я не буду сейчас глубоко погружаться в эту тему, потому что очень много здесь есть вариаций. То есть в каком месте должна быть дверь, какие измерения, размеры и так далее. Это мы сейчас не будем обсуждать. Basically, when we work on a vastu house and we work on the dimensions of doors and windows. The purpose of the door, as I said, is to convert static energy to dynamic energy. Ну вот самое главное, вот что мы делаем, когда мы проектируем дом по васту, мы должны понимать, что дверь существует для того, чтобы преобразовать статическую энергию в динамическую. So this movement of static to dynamic energy has to be able to go through the entire building. И вот это движение статической энергии, которая преобразуется в динамическую, должно проходить через все через весь дом, через все здание, every room, в каждую комнату and every floor. И на каждый этаж. So how does it go from floor to floor? What channels energy from floor to floor? Вот как вообще проходит энергия с этажа на этаж? Что является проводником энергии с этажа на этаж? It is the staircase. Лестница, да. Yeah. So it is important that for the northern hemisphere, as you go up, the staircases should go clockwise. И вот это очень важно для северного полушария, когда вы поднимаетесь с этажа на этаж, чтобы лестница шла по часовой стрелке в северном полушарии. Should not go up anti-clockwise. И ни в коем случае не против часовой стрелки. If you go to the equator, когда вы приедете, предположим, на экватор, in various countries they make a small experiment and show you. Ну, в разных странах они показывают маленькие такие опыты, вам показывают их, когда вы туда приезжаете. You go a few feet or 2-3 meters to the north of the equator. Ну вот вы отходите на 2-3 метра, значит, в северную часть от экватора. And in a container, you make the water go out and it goes down clockwise. Да, и вот у вас есть такая вода в воронке в большой, и вы открываете эту воронку, и ваша вода уходит по часовой стрелке. If you go to the south of the equator, и вы, если отойдете на те же 2-3 метра к южному полюсу, the water goes anti-clockwise. Вода уходит против часовой стрелки. But at the equator, there is no movement, it just drops. А вот на самом экваторе нет никакого движения, просто вода уходит одним как бы потоком.
So it is very important how we interpret in the northern hemisphere and southern hemisphere of the world. It's not the same approach in energy and vastu. Да, и это очень важно, как мы интерпретируем, потому что это не одинаковые васту для северного и южного полушария. So in the northern hemisphere, the staircases, if you go up, it should turn right. То есть вот в северном полушарии, когда вы поднимаетесь вверх, лестницы, ступенечки должны идти по часовой стрелке. So this is for channeling energy floor to floor. Это для того, чтобы проводить энергию с этажа на этаж. And for the door. И для двери. If you see in olden times, you will find. Посмотрите в древние времена, вы обнаружите, that all doors and windows, all of them had two shutters, equal and symmetrical. Вы обнаружите, что все двери и все окна имеют две створки, которые симметричны одна относительно другой и одинаковы, равны. Like you have the doors here. Так же, как вот вы здесь имеете двери. This is for the flow of energy to be equal on the left side and the right side of the body. Это для того, чтобы энергия была эквивалентна и с левой, и с правой стороны тела. If on your main door of the house you have only one shutter instead of two shutters. Если вот у вашей главной двери в дом есть только одна створка, а не две. Then the shutter which is missing over a period of time that half of the body becomes weak. Да, ну вот и вот та половина, которая не существует у вас, она делает вот ту равнозначную половину на вашем теле ослабленной. То есть если нет правой части, это правая со стороны правой половины. Sometimes you find even the posture changes. Но иногда вы даже можете увидеть, что у человека меняется осанка. And you can say, looking at a person, which shutter is missing in his house. Да, и вы иногда можете прямо посмотреть на человека, и вы сразу поймете, какой у него не хватает створки, правой или левой. So there is so much of effect even on the physical body. Ну, это такой огромный эффект, вообще так много разного эффекта даже на физическом теле. So the main door of the house controls the flow of energy. Главная дверь дома, она контролирует вообще вход энергии в дом. And should be equal and symmetrical. Она должна быть состоять из двух створок, они должны быть эквивалентны друг другу и симметричны. The direction in which the shutter opens is the direction in which energy flows. И направление, в которое дверь открывается, это направление, в котором двигается энергия. If you open the window or the door out, it throws the energy of the house out. И если у вас, допустим, двери и окна открываются наружу, это значит выбрасывает вашу энергию наружу. So if you study how buildings were built in ancient times, it's very interesting to see all these little details. И вот если вы изучаете, как вот в древние времена были построены дома, это очень интересно, как вообще вот все это. So it is when you go into these details, what эти we call детали. Nitty-gritties. И вот эти детали, которые при построении используются, называем nitty-gritties. Nitty-gritties. It's the smallest particles. Ага, ну понятно. Это вот какие-то мельчайшие такие частички вообще. Вот эти детали, из которых строился. This is where the real details of architecture come in and the effect of it. Да, ну вот это вот то, где настоящая архитектура приходит, и вот где происходят самые важные. To give you an example, you take the door. Вот дам вам один пример. Вот, например, возьмем дверь. In vastu, the space which is calculated through which you have to go, through which you walk, is the space of the shutter of the frame, this, and not this part of the frame. Your body is walking through this space. Но вот в васту, как
рассматривается пространство, через которое вы входите в дверь. Это пространство рассматривается не вся, весь дверной проем вместе с рамой, а внутреннее пространство, которое создается между створками. So, what we calculate is the dimension of the space, and the frame is added to that dimension. Когда мы что-нибудь считаем, мы считаем измерение вот этого вот пространства, и раму мы добавляем отдельно. So, when you fix the wood, когда, it has to be fixed vertically, root towards the bottom, top towards the top, the inside facing the inside of the building, the outside towards the outside. Ну вот, предположим, если вы делаете раму из дерева, то тогда она должна располагаться, соответственно, внизу корень, вверху верхушка, и внутрь дома внутренняя часть дерева и наружу наружная. So what is happening is, how is the energy going into this space? It is taking from the walls, it is taking from the earth, and it is taking from the lintel, where the opening is. Uh-huh. So the energy comes from the walls, it comes from the earth, it comes from the sky. То есть энергия, которая входит вот в дверь, это энергия, которая приходит с четырех сторон. Она приходит из стен, она приходит из пола, и она приходит сверху. Четыре направления. Okay. Now, if you see the doors in olden times, you will find there is always what we call a sill piece. Вот, и когда вы видите двери в этих в древних постройках, вы всегда увидите такой порог. Yeah. There was always this piece. Обязательно был порог у двери. Today we don't have that. Но сейчас у нас этого нет. Because we will hurt our feet. Ну, потому что, чтобы не, ну, не спотыкаться. So if you don't have this, если у вас этого нет, the vibrations coming of the earth is a different frequency than those coming through the frame of the wood here. Тогда вибрация вот земли, которая приходит, поступает снизу, она отличается от вот той вибрации, которую создает дерево, которое формирует раму. So there is a turbulence and a disturbance created here. И тогда возникает там такая турбуленция, то есть то, что вообще создает такой разрушающий эффект. Because they're not at the same frequency. Потому что они на разных частотах, эти вибрации. So it is important to have this piece, but we can have it below the ground and flush with the ground, with the frames still continuing. То есть это очень важно, иметь вот эту часть, допустим, вот этой рамы, да, и можно утопить ее на уровень пола, чтобы не спотыкаться, но она должна быть обязательно энергетически. Она... So we have to understand very carefully why certain things were being practiced in ancient times. Да, вот мы должны очень понимать очень внимательно, почему какие-то вот такие детали в этих древних постройках использовались. And what is it we are doing today, which is not right? И что сейчас вот мы делаем, то, что неправильно? And how can we make these things right? И как мы можем сделать эти вещи правильными? So, if you look at any of these ancient architectural practices, there's never a question of how do you correct in a building. Вот, и если вы посмотрите на эти древние постройки, никогда, нельзя понять, как вообще можно откорректировать здание. Because the architect was supposed to know and do the right thing. Ну, потому что, то есть там нет необходимости корректировать здание, там все сделано уже так, что само здание правильно построено. Потому что архитекторы, которые проектировали эти здания, они знали, что они делали, то есть они применяли знания. But today, because we have made the world into a mess. Ну, а поскольку сейчас у нас такое вот это смешение. We have to find solutions. Мы должны найти какое-то решение. I can't ask you to break your building down and rebuild it on Vastu principles. Я не хочу, не могу вас попросить вообще разрушить ваше здание и построить его в соответствии с законами Vastu. So if you understand how energy principles work. Если вы понимаете, как вот
принципы энергии работают. And we use these kind of instrumentations for checking the energy in a space. И мы можем использовать вот такой прибор, который может измерять энергию в пространстве. And we use materials like this. И мы используем материалы, как вот эти материалы. Like marble. Как мрамор. And various things made out of copper. И разные вариации из меди сделанные. Because marble is the most positive material by itself in nature. Потому что мрамор — это наиболее позитивный материал вообще в природе существующий. But it has to be used in the right way. Но он должен использоваться правильным путем. Similarly, copper and gold are neutral with respect to the body. Вот, и аналогично, медь и золото, они нейтральны по отношению к телу. So we find that when we use these materials, и мы обнаружили, что когда мы используем эти материалы, we are able to neutralize the negative effect of things which have been wrongly designed, wrongly done. И мы обнаружили, что вот они могут своим влиянием нейтрализовать негативные явления, которые созданы в пространстве за счет неправильного конструктивных вещей. If there is a staircase which is going anti-clockwise, you can't break it. Да, например, если ступени, они против часовой стрелки построены, вы не можете их разрушить. But you can energetically make it go right. Но мы можем энергетически сделать их в том направлении, которое нам нужно. The door you can't change it if it is to open outside by law. Да, и дверь вы тоже не можете изменить, если она открывается наружу, то есть вообще по закону, правила противопожарной безопасности. But you can make the energy come into the house. Но мы можем сделать так, чтобы энергия все-таки входила в дом. Throwing out. Вместо того, чтобы она уходила. You can neutralize the effect of the toilets and the drains. Вы можете нейтрализовать эффект туалетов и всех стоков. So that you don't have a problem of health because of the drains. И чтобы у вас не было проблем со здоровьем из-за ваших стоков. So there are many small things which are there involved in a house when you go in and you need to do the corrections. Есть очень, ну, большое количество маленьких вещей, которые можно сделать для того, чтобы изменить ситуацию. So somebody asked me once, have you come in a situation where nothing can be done? It's such a hopeless case. Ну вот и кто-то как-то его однажды спросил, ну когда-нибудь ты сталкивался с таким, с такой ситуацией, которая вообще безнадежная, то есть вообще ничего нельзя сделать, вообще ничем не помочь. It can be the worst case scenario that you can think of, and yet always there are solutions. Ну, это может быть самая плохая ситуация, которую можно только себе придумать, но всегда есть решение. And you can completely turn around the things in a house, in a factory, in an office. И вы можете полностью изменить ситуацию в доме, на фабрике или в офисе. A lot of consultancies we do of buildings like factories which are shut down, which are going into losses. Вот великое множество консультаций мы делаем и коррекции для фабрик, которые просто вот, ну, обрушились там, допустим, у них там остановился процесс. And with the corrections, things turn around. Из коррекции вещи полностью меняются. So we have done hundreds of places, factories and all that all over the world. Ну и мы сделали сотни вообще разных фабрик и различных мест вообще по всему миру. Yeah, from Australia to America to South Africa. Из Австралии в Америку. To Russia. Да, и уже дошли до России. So all over, why is this system still functioning? Да, и почему вот эта система до сих пор функционирует вообще? Because the human body is the same. Потому что человеческое тело такое же. Да. So if you understand the principles of how the energy works in the body, how it works in the building, and how the body and the building interact, you can apply this science anywhere in any part of the world. Если вы понимаете, как работает энергия в теле, как работает вся эта система, как работает взаимодействие между телом и строением, вы можете управлять этим процессом. I had a very interesting case. I'll give you an example in India, in the north of India, in a place called Nagpur. У нас был очень интересный случай в Индии, в северной Индии, который называется Нагпур.
I was with a friend who makes Ayurvedic medicines. И я был со своим другом, который делает аюрведическую, ну, в общем, это, препараты. I had gone to help him for some factory project. Ну, и я приехала, чтобы помочь ему что-то там с фабрикой, в общем, которая производит. And as we were sitting for breakfast, a friend of his walked in. И когда мы сидели за завтраком, его друг пришел. And naturally we started talking about Vastu. Ну, и, конечно, естественно, мы начали говорить о Васту. He said that three years ago they moved into a new house they built nearby. Вот, и он рассказал, что вот где-то три года назад они приехали в новое здание, которое они построили, новый дом, который они построили. And he said that since we've moved into this house, his wife has severe pains in the legs. И после того, как они переехали в этот дом, у его жены вообще появилась такая, ну, глобальная вообще боль в ногах. And he said they've been to hospitals and to doctors, not only in India, but outside India, in UK, in America, and nothing is helping. Ну, в общем, короче говоря, они посетили всех, кого только можно, любых разных докторов, не только в Индии, в Америке, в Англии, вот как бы, ну, ничего не могло помочь. So I asked him, where is the kitchen of your house? Ну, и я спросила, а где кухня-то у тебя? He was looking at me very strangely. Он так посмотрел на меня, как на этого, на сумасшедшего. Кухня-то тут при чем? Wife's leg pain and he's asking me, where's the kitchen? Да, он ему там жаловался о том, как у жены ноги болят, он спрашивает, где кухня-то? So he said it is in the southwest of the house. И он сказал, ну, она на юго-западе дома. So I said, in India we still use gas cylinders and cooking range, which in Russia we also still use. Но в Индии мы иногда используем такие просто газовые плиты с баллоном, которые можно переносить в разные места. So I said to him, you try a small experiment. И я ему сказала, слушай, ну ты попробуй такой маленький эксперимент провести. In the southeast room of your house, whatever room it is. Да, вот какая бы там комната ни была, вот у тебя на юго-востоке. On the east wall, you place a table like this. Ну вот, поставь вот на восточной стене вот такой вот стол. Put your stove and cooking gas and everything there. Ну вот, и туда плиту расположи, и газ, вот, в общем, все вот в этом месте. And cook for 15 days. И просто 15 дней готовьте вот на этом столе. Your wife's leg pain should disappear. Вот, и он говорит, что боль в ногах у твоей жены должна вообще исчезнуть. He must have thought, what a crazy idea. Ну, он подумал, ну и вообще сумасшедшая идея вообще. 4 years later, I meet him in Bombay airport. Ну вот, и 4 года спустя я его встретил в аэропорту Мумбаи. He walks towards me and he says, do you remember this conversation we had? И он подошел к нему и говорит, слушай, ты помнишь разговор-то, который у нас случился? So I asked him, what happened, what did you do? И он говорит, я его спросил, ну а что ты сделал в конечном итоге? So he said, very hesitantly, I spoke to my wife. Ну, я, в общем, поговорил со своей женой. And she said, why not? Let us give it a try. If it helps, it helps. If it doesn't help, I'm still suffering. Да, ну и она сказала, ну а что, в чем дело-то? Ну давай попробуем, ну, поможет так, поможет, не поможет так, 15 дней подумаешь там, в общем. So they shifted the kitchen. И они туда перенесли стол, сделали там. 15 days later, they had no pain, she had no pain. И через 15 дней у нее прекратилась боль в ногах. So he said that after that we converted that room into a proper kitchen. Да, ну и вот теперь они после этого поменяли прямо вот. And now since 4 years she has no pain at all in the legs. И вот теперь вот уже 4 года прошло, у нее нет вообще боли в ногах. So a small change like that, which may sound practically impossible. Вот, ну, как бы вот такое маленькое изменение, как это, да, что, ну... Can make a lot of difference for the person who is suffering, because he knows the pain. Да, но может вообще сделать большую помощь тому человеку, который на самом деле страдает, да, потому что он страдает вообще, то есть он как бы... So this is a very deep science, a very complex subject. Это очень вообще глубокая наука, очень такой сложный объект, субъект. I'm giving you very simply and in a very short form the various important aspects of this knowledge. То есть я вам даю, конечно, в очень таком сжатом варианте очень важные и серьезные
аспекты всего этого знания. But basically we do it as a course which we teach. Но вообще мы делаем определенный курс, курс, на котором мы обучаем всему этому. So that you can master this knowledge and understanding. Ну вот где вы сможете овладеть вот этим знанием и вот этим пониманием и применять это. And you can help more than people around you. И вы можете помочь гораздо большему количеству людей вокруг вас. Alone I can do only so much. Ну, в общем, один я не могу, ну, могу сделать столько, сколько могу сделать один. But if more and more people like you get interested and trained, и если, so many more people can be helped. Да, и если больше людей этим заинтересуются и будут заниматься этим, как гораздо большему количеству людей можно будет помочь. But ultimately what happens is, even though I speak of all these energy systems and energy things, но вот что в конечном итоге как бы происходит, Таш? Вот я говорил про эту всю энергетическую систему, про все эти вещи. Ultimately, the whole thing is a spiritual process of alignment. Вот. Но в конечном итоге это все, это как бы духовный процесс выравнивания, центрирования. It is as though the house is doing the prayer for us. То есть это дом, который делает молитву для нас. Because when we are in that space, that space is aligning us head to toe completely. For all the organs, everything, all the chakras, everything, all the 72,000 nadis. Потому что когда мы находимся в таком доме, который выравнивает все, вот все наши 72 тысячи каналов, всех наших органов, и все это находится в центрированном положении, то есть это дом, который делает за нас нашу молитву. Ну, я, конечно, не касался никаких других аспектов, как цвет и много чего еще другого. So all this we teach in different part of the course. But this is only to give you a general broad picture. Это просто, конечно, является частью всех, всего нашего курса, разных частей нашего курса. Вот все, что я вам сказала, это как бы такой, широкий обзор того, чем мы занимаемся на этом курсе. So this is, in a very short form, the fundamental principles of ancient knowledge and architecture, not only in India, but in every country, in every culture. То есть это вот в такой вот короткой форме знания, древние знания, которые использовались не только в Индии, но и в других культурах, и в других странах также. And sadly, this is not taught in any university, or it's not part of our education system. И, к сожалению, это не является сейчас предметом изучения ни в одном из университетов, ни в одной из систем образования. So there is a lot of work which we have to do today to research, to rediscover this ancient knowledge. И мы должны сделать огромную работу, которую мы делаем сейчас, для того, чтобы исследовать и заниматься изысканиями этого древнего знания. And give it new forms, new applications in our life today. И придать этому новую форму, новое приложение в нашей жизни сегодня. It doesn't restrict our design concepts, our architectural forms, the materials that we use. There's no restriction on that, but if we know the principles and we don't compromise on the principles, even new things that we do can still give people a harmonious and happy life. Ну, это как бы не является каким-то запретом там для современной архитектуры, использования каких-то материалов. Просто понимание и знания, те, которые приходят оттуда, позволяют нам уже более осознанно использовать те же материалы и как бы те же подходы в создании пространства. That picture that you see there is the temple we built in India at the design. И вот картина, которую, вот фотография, которую вы видите вот на этом плакате, это вообще огромный комплекс, который построил Прабхат, то есть это его проект, он называется храм. It took 10 years to build. 10 лет они строили этот комплекс. And all the principles that I've spoken of and many others are all there in this design. И вот все принципы, о которых он говорил, они все применены вот в этом дизайне, в этом проекте.
when this construction slab, the roof slab was cast. И вот когда они прям вот крышу вот последнюю вот установили. It is a building which is 50 meters by 50 meters, 2,500 square meters at the meditation level. Это 2,500 квадратных метров, вот, то есть это вообще зал для медитации. There is no column inside. Beams are 50 meters long. Нет ни одной колонны внутри, нет ни одного это перекладины, вот эти вот, знаете, вот которые, как это называется? Балки, да, ни одной балки нет внутри. 2,500 метров квадратных. I'm told that perhaps today this is the first civil structure in the world with such a big span. Вот, и я говорил, что, возможно, это самое большое строение на сегодняшний день в мире, да, у которого нет никаких поддерживающих конструкций внутри. We had a lot of challenges in designing and building the structure. У них было очень много разных трудностей, которые с которыми они столкнулись в проектировании. But one day when I was visiting the site, there was a Japanese Zen master, short gentleman. Но вот однажды, когда я посещал это место, там был такой японский мастер дзен, такой невысокого ростика. He came with some disciples. И он зашел туда с некоторыми своими учениками. And I was asked to explain to him the design of the building. Here. И его попросили, чтобы он объяснил ему дизайн этого здания. This complex. Это вот этот комплекс. So as I gave him the explanations, I asked him. И когда я давал ему объяснение, я спросил его. How does he feel standing in that building? Как он себя чувствует вообще, находясь в этом здании? So he was surprised by my question. He closed his eyes. И он был удивлен вообще моим вопросом. Он закрыл его глаза. And after a minute or two, when he opened with a big smile on his face. И, ну, после минуты он открыл свои глаза с большой такой улыбкой широкой. He said, "I've never felt such a powerful movement of energy ever in my body." Я никогда, он сказал, я никогда прежде не чувствовал такое мощное движение энергии в своем теле. So I was very happy to hear him say that. That already in the building, even though it was not finished. 50 на 50. И он был так счастлив, что даже это здание еще не было окончательно построено. He was so sensitive, his body was so sensitive that he could feel already the energy movement that was happening there. Он настолько чувствительный, что он мог уже в тот момент чувствовать энергию в теле. So it is very important that we understand the principles of design, we understand the principles of energy, and we are able to integrate the two. Вот это очень важно, понять принципы дизайна, принципы энергии, которая работает в теле, и интегрировать эти принципы. And if we are able to do that, then we can be called architects. И если мы способны это сделать, тогда мы можем называть себя архитекторами. Otherwise, we are not doing justice to our profession. Да, ну, в общем-то, тогда мы не можем быть как бы справедливо называться архитекторами. Like one person jokingly said to in a conference, that we architects have become butchers. Butchers. Cut the meat, no? Ну, в общем, как один человек пошутил на одной конференции, что мы, архитекторы, стали камнеломами или что-то в этом роде. So this, in brief, is the principles of architecture and design, which I'm talking of. Это вот очень коротко, как бы, о принципах архитектуры и дизайна. And there is no limit to what you can do, what you can integrate, how you can work with traditional knowledge, crafts. There's so many things we have used in this building. A lot of different types of crafts and different things from around the country. Вот, и это совершенно бесконечная такая тема, которую можно бесконечно развивать, то есть как много разных вещей вы можете использовать, и народные там какие-то творческие вещи вот в самом дизайне, в архитектуре. And
this total cost of the building, if you look at in terms of the cost worldwide, comes to only 10 million euros. То есть вот стоимость вот этого здания это 10 миллионов евро. But that is not only this building, but the entire complex that you saw. Но там еще и other buildings also. Там другие здания тоже. Again, they follow various other principles of the magnetic grids of the earth and various other things which are involved, which are not spoken of yet. И там все еще построено с учетом магнитной сетки Земли и так далее. В общем, там много разных других важных объектов. So that before we even start a project, even before we start drawing, we first go to the land, we check the energy of the land, and we do what we call a magnetic grid survey of the land. What kind of energy grids are available? Вот, прежде чем начать вообще какой-то проект, вообще, в принципе, даже там создавать проект, рисовать его, они сначала они поехали на Землю, и они измерили эту магнитную сетку Земли здесь. И они нарисовали сначала эту магнитную сетку, которая говорит о том, где какие зоны на этой Земле. And this is also a fundamental knowledge which is lost, but which was there in every culture. No, and no building was designed and placed until they followed the grids. Вот. Ни одно здание в древние времена не строилось вообще и не устанавливалось до той поры, пока не были измерены магнитная сетка Земли. So, I think with this I will stop here. I'm sure there are a lot of questions that you will have. Я думаю, что сейчас я остановлюсь на этом, и у вас, может быть, многие вопросы возникли. But we invite you to have a look at our website, which will give you some brief ideas about the various aspects of the subject. Да, и вот мы вас приглашаем посетить наш веб-сайт, где вы можете получить как бы обзор разных предметов. And naturally, Миладжи is here. You can always be in touch with her for any specific information. И для получения информации можете обратиться ко мне всегда в любое время. Thank you very much. А я хочу сказать практическую часть, как бы, да, по поводу курса. На самом деле у нас уже два потока идут, да, проходят обучение, и у нас завтра начинается первый модуль, и после него идет второй модуль, то есть у нас вот новый поток прибавляется к нашему курсу. И еще у нас, по всей видимости, в октябре месяце мы начнем еще один поток. В октябре месяце мы так обсудили. Вот. В октябре месяце это будет, ну, там, 18-19 число. Мы начинаем новый поток тоже, в том числе. Я могу сказать только одно, что я немножко по этому поводу даже огорчилась, потому что разговаривала вчера с Прабхатом, и он мне сказал, что я на самом деле для себя поставила такую задачу 3-4 года, вот, но я думала, что даже обучение только 3-4 года, но он даже и консультации, и коррекции, потому что он очень хочет углубиться в изучение дальше, вот глубин, да, вот, поэтому он говорит, я поэтому провожу курс, чтобы людям передать эти знания, чтобы появились те, кто будут это дальше нести, то есть это его задача, это его идея, то есть и вот у нас есть такая счастливая возможность эти знания перенять. То есть получается 3-4 года, получается фактически следующий поток будет последним уже, да, то есть как бы не планировать ни в Индии, он сейчас обучение проводит во Франции, в Италии, в Кувейте, в Индии, в России, вот, не планирует нигде, даже в Индии. То есть вот те, кто сейчас учится, на них вообще достаточно большая ответственность лежит, как бы этим знаниям дать дальше дорогу, вот, и помочь, как он говорит, как можно большему количеству людей. У вас есть вопросы? У Николая большой вопрос.
Можно, можно выйти, да? Да. 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 Okay, when it is the problem with the legs with one member of family, why it is causing to one member of family but not for everybody? It depends who spends more time at home. А это зависит от того, кто проводит большее количество времени дома. That is one. Other thing can be also, other thing also can be the position of the door. The position of the door with respect to the bed. Но вот еще вторая вещь, которая влияет на проблемы, связанные с ногами, это как находится дверь относительно кровати. Your bed is here. You sleep like this. If this portion of the bed of the body is in line with the door. Вот если вот у вас, допустим, вот этот вот часть тела находится в линии с дверью, then whichever portion of the body is cut, it gets a problem. Ну и вот какая часть вот как бы режется. I had a case in France of a surgeon. Я вот у него был такой случай во Франции. In his bedroom there was a small balcony. А вот в его спальне был небольшой балкончик. And a door here. И дверь там такая. And it cut the bed at the level of his knee. И вот это вот как раз вот резало его кровать в области колен. So I asked him if he had a problem of the right knee. Я спросил вообще, не было, нет ли у него проблем с правым коленом. He said, you will not believe it, I'm a surgeon. Он говорит, ты не поверишь, я вообще сам хирург. I have had 15 operations on this knee. Вот, я, у меня было уже 15 операций на этом колене. And still after 15 operations, they're not able to understand why. И после 15 операций они так и не могут понять, в чем дело. When I get up in the morning, I have so much pain, I can't put my foot for 10 minutes on the floor. Да, и вот я когда утром просыпаюсь, у меня такая большая боль в колене, что я не могу 15 минут вообще как бы нормально ходить. Energetically, we close this door. И мы энергетически закрыли эту дверь. The next day he calls me up. И на следующий день он ему звонит. He says, how is it possible? Он говорит, ну как это вообще возможно? That 15 operations have not cured my knee and this few marbles you have placed. Он говорит, ну как это возможно, что 15 операций не могли вылечить мое колено и вот эти твои какие-то кусочки мрамора? This morning I got up. Я проснулся этим утром и стал ходить, и я вообще никогда даже не могу представить, что у меня когда-то была боль в колене. So any part of a door, cutting the bed or a mirror, if you have a mirror, for example. Вот, любая часть двери, которая режет ваше тело, или зеркало, которое напротив кровати находится. Any part of that cutting the body will create a health problem. Вот это может создавать проблемы. В той части, которая... So for the mirror, it's very easy. You can cover it with a cloth. Ну, в общем, с зеркалом очень просто. Можете закрыть его просто тряпкой какой-нибудь. Yeah. And you can feel the difference what happens. И вы можете почувствовать разницу, которая происходит. А дверь куда девать? Отрезать. Не дожидаясь перитонита. Энергетически. Ты имеешь в виду на английском. Возможно ли жить в пирамиде, как вот в строении? Is it possible to live in the pyramid, like in a house? It's not advisable. Нет, это не советуется. Because it's not a life-giving energy. Потому что это не дающая жизнь энергия. Хорошо закупоривает, мумифицирует. And it is very now it is very fancy to build round shape houses. Round shapes is a different matter because the круглые shape, формы the round это shape, другое. Retains the energy inside.
она действительно, она как бы содержит энергию внутри. So we have done a lot of Kirlian photography experiments on shapes. Вот они делали очень много кирлианских фотографий на формах. And we see how forms have energy movement. И вот мы видели, как вот форма вообще меняет движение энергии. And the circle doesn't allow the energy to be lost. И вот этот вот круг, он не позволяет энергии уходить вообще. The circle and the dome. Да, вот эта вот форма дома. Обучение длится 10 модулей всего, 3 модуля в году. Последние модули объединены 9 и 10, они будут проходить в Пондичерри. Это имеет смысл, потому что там мы будем посещать все древние постройки, построенные по принципу Васту. И там же будет защита проекта. Каждый будет защищать свой проект. Модуль 3 дня длится, пятница, обычно это пятница, суббота, воскресенье. Этот модуль начинается с завтрашнего дня, потому что у нас есть группа людей, которые хотят прибавиться к уже существующему потоку. Вот, следующий поток будет только в следующем году, в апреле. А, нет, в октябре, я сказала, в октябре, да. Вот, да, А сейчас вот есть возможность сейчас пойти прям, то есть вот как бы с завтрашнего дня, скажем, и сразу два модуля пройти, потому что так у нас модули проходят обычно апрель, июль, октябрь, да, то есть вот как бы между ними есть разрыв, а так пять дней сразу два модуля, то есть не надо будет потом через три месяца, то есть как бы такое. А третий модуль будет, соответственно, в октябре. Да, в октябре, да. Кто сейчас первый, второй пройдет, уже третий в октябре пройдет. То есть уже один год закрыт полностью. А четвертый в апреле. How to choose material now, you know? How to choose, for example, fluorine? We don't have this liquid antenna, how to choose it? Вам вообще не о чем тревожиться, у вас откорректированный дом. Once you start learning it, you can do it. Когда вы начнете учиться этому, вы сможете это сделать. Вопрос. Как влияют многоквартирные дома? Как выбрать правильно себе квартиру, этаж, подъезд? How to choose the apartment when it is big mansion? How to choose the floor and how to choose it? Whatever maximum you can get, which is nearest to these principles, is the best. Вот что вы можете максимально хотя бы как-то приближенно вот к тому, что является идеальной схемой, получить, вот те апартаменты выбираете. То есть вы смотрите. Да. What about the floor? The stairs? Well, the stairs, you can't help it, whatever is the... Ideally, it should be clockwise. No. About the floor, the levels. Yes, the levels. Yeah. Yes, the levels. If you study, if you see on the internet, there's a lot of studies which have come, which say that people living in more than 12 stories high have a lot of problems. Вот, если вы сейчас в интернете посмотрите, там много есть информации о том, что люди, которые живут выше 20 этажа, имеют часто проблемы. Because there is this magnetic grid radiations, which doesn't go beyond 12 floors. Потому что на самом деле магнитное поле Земли не поднимается выше 12 этажа. So when you don't get the earth energy, which the body requires, there are a lot of psychological and other problems. И вот когда вы не получаете земную энергию, что в принципе очень для тела нужно, очень много психологических проблем может возникнуть. So it's not advisable to live in very high-rise buildings. Ну то есть вообще не очень рекомендуется жить в таком высокоэтажном здании. Ага. They have a question from online. Во-первых, если пространство в доме, если есть пространство
three questions. One, if you have sacred space in the southwest in your house, how does it influence on your meditation and concentration? Maybe you will mm-hmm. answer for it first. Если у вас есть сакральная зона в юго-западной части дома, вопрос. There are two options that you have for sacred space. One is in the northeast or the east side, or the west on the west side. Вот есть две опции для сакральной зоны дома. Это либо северо-восток, либо запад. So both positions are good, and you can meditate either here or there. It gives you equally good result. Even southwest. Even southwest. Okay. То и даже вот юго-запад это хорошее тоже вполне пригодное для медитации место, то есть вы можете медитировать в обоих из этих мест. Second question is? А второй? Is it possible to have online course? Возможен ли курс онлайн? It is practically impossible because you have to learn using the instrument and how to detect the radiations and energies which you don't see. Это практически невозможно, потому что вы должны изучить, как работать вот с этим инструментом, и вы должны четко совершенно работать в пространстве для того, чтобы понимать вообще, как это работает, вообще влияет. So it has to be a very practical training. Это должно быть очень на практике применимо. Plus, when you make site visits, how to understand the building, how to do the corrections in a building, it cannot be done online. One has to go to the site and learn it. Да, ну вот мы обычно на курсе делаем обязательно какой-нибудь объект и на реальном, вот как бы, есть люди, которым мы делали коррекцию конкретно с группой, да, то есть это очень живое обучение, то есть абсолютно практическое, где, собственно говоря, мы делали и ландшафт в том числе. То есть ландшафт является, без сомнения, неотъемлемой частью любого васту вообще проекта. Начинается он с ландшафта. Скажем так, мы начинали вообще вот коррекцию делать с ландшафта. Это все включается, то есть весь вот как бы, он весь включается. Их нельзя разорвать, нельзя оторвать ландшафт от дома или дом от ландшафта. Это все вместе. Спрашивают, во сколько и где завтра семинар. Завтра семинар начинается в 9 часов утра. Завтра семинар начинается в 9 часов утра. Адрес улица Павловская, дом 18. Это центр «Открытый мир». Там легко туда. Там выход. Там даже... when the seminar will start tomorrow? When? At what time and where? И там очень легко, там в метро, когда метро... А там придут, там скажут им. Они скажут, вас ту курс, им скажут аудиторию. Да. We will be starting a new course in October. Yeah. But tomorrow we will have people for the first model. Yes, for October, about October I told. Okay. Yes, I told them. That we will have new. Есть вопросы еще? Okay, this is the question. She is using the mobile. This she's using mobile with this copper piece because she has her friend and she gave her, and when you checked, it was in her own negative influence. Why it could be? Check. Мы должны проверить это.
Да, давайте. You can open it. It is not in the proper position. You have to fix it in the center. Это должно быть всегда очень четко по центру. То есть она должна быть приклеена, а вы когда закрываете, она сдвигается. Вы открыли, она была здесь. То есть вот у меня, видите, она здесь, я ее на скотч приклеила сначала, чтобы она была по центру. It should not go loose. It should be the center of the accumulator or the whole, the whole thing. Всего телефона. То есть лучше обычно мы рекомендуем приклеить на крышку по центру. И тогда она не сдвигается. Да, то есть если это вот как бы... Ну, мы просто даже делали сами эксперименты, когда мы делали... Ну, надо закрепить, ну, на серединочку только надо поставить ее тогда. Это, кстати, вот имейте в виду, да, вот вы кто... дарите такие вот пластины, что это очень важный момент. Мы делали сами коррекцию дома, вот мы сами студенты, без пробата, и мы проверяли с антенной Лехера, буквально вот сток, да, то есть когда мы укладываем кусок мрамора, вот 3 миллиметра в сторону, и все, и нет блока, то есть не блокируется. То есть мы как бы, вот это на своем опыте, то вот, люди есть, которые это делали, да, то есть очень важен центр. Мы когда измеряем и делаем центр двери, то есть это должен быть вот, ну, до половины миллиметра, то есть, допустим, да, вот, чтобы это было четко, именно центр. И он проверяет всегда антенны, когда он центр выставляет, он проверяет антенны, даже если мы внешне, да. А вы сейчас ее приклеили? Нет. Ну, тогда вы лучше снимите эту крышку и держите на середине. Но она вообще не держится там, то есть она ну да, посерединочке. You want me to test it? Да. To the fingers? Yeah. Second, third, fourth. Okay. Now you keep it here. Теперь переместить ее в сторону. Second, third, fourth, no effect. Когда мы делаем то же самое для компьютеров, тоже очень важно, чтобы это было по центру. Вот айпады, да, то есть мы как бы делаем всегда эту коррекцию, укладываем в центре. То есть очень важный момент, что это должно быть приклеено, это не может туда-сюда двигаться, она не в любом месте работает. Какие-то вопросы? Надолго ли работает коррекция квартиры? If you has made correction, how long it will go? Навсегда. Ну да, то есть если как бы... Если, опять же, не отвалилась ваша пластинка, если какая-нибудь добрая тетя, которая убирается, у вас не сдвинула ее на 10 сантиметров влево или вправо, или даже на 1 сантиметр. Да. Но он ходит, да, со своим клеем, да, но как бы... То есть это, конечно, он не может такой гарантии дать. Главное, если это все вот сохранится на месте, тогда это работает. Да. Я даже не знаю, что такое Гауди, честно говоря. А, австрийский какой-то? А, испанский, да-да-да. Ага. Вопрос такой, как вы относитесь к архитектуре Гауди или кого еще? How do you... do you feel about such architects like Gaudi and Hundertwasser? Gaudi I visited in Barcelona. Он его посещал в Барселоне. And it is very organic. У него очень органическое. Using a lot of colors and all.
But there are a lot of vastu principles which are right in what he is doing. Ну вот он очень много vastu принципов использует в своей работе вообще. То есть generally I find the energy in his buildings are good. Ну вот энергия в его зданиях обычно хорошая, то что он нашел. There are certain problems in some buildings because of the washrooms and toilets. Но некоторые проблемы там были в некоторых зданиях из-за туалета и да. Because that aspect is not understood and position of electricity, etc. Sometimes. И потому что этот аспект не был понят им правильно, и вот в некоторых местах там электрические входы были и не в правильных местах. So one has to be careful not only in the design but in the technology also has to be taken care of. То есть надо быть очень внимательным не только по поводу дизайна, но по поводу технологии, которые применяешь. I had a case of a hospital in Bombay where they had 7 towers, transmission towers of mobile phones on the roof of the hospital. О боже, у него был такой случай в Мумбаи. Была больница, у которой было 7 башен мобильной связи на крыше. Бедные. And people would not come to that hospital. И вообще пациенты там не появлялись вообще. Ну там медицина вся платная, то есть как бы была пустая клиника. And they never understood what was happening. И они никак не могли понять, что же происходит у них реально. So once we rectified it and neutralized the whole radiation coming from the ceiling. И когда мы убрали всю эту радиацию, которая приходит оттуда, с крыши, с потолка. People started coming for treatment. Да, и начали люди появляться для лечения. А? Ага. Да. Архитектурные знания? Вопрос такой, можно ли без архитектурных знаний освоить предмет до конца? Is it possible if you are not architect and you don't have architectural knowledge to get this subject? Anybody. Каждый может. То есть, как бы, ну, мы, я сама не архитектор, допустим, я учусь, я первый студент. You want everybody to learn this. Because it is not only in architecture you can apply. You can apply in every field of life. Каждый может, это прикладывается не только к архитектуре, но вообще ко всему в жизни прикладывается. You know the work of Professor Emoto. Знаете работу вот профессора Эмото, японского профессора с водой? Yeah, how music and sound can affect the crystal formation in the water. Как музыка и звуки вообще там меняют кристаллическую решетку воды. Now imagine 70% of your body is water. Ну вот представьте себе, 70% вашего тела вода. So how much sound, jazz music and what does to our water crystals in our body? Ну и вот как, допустим, вот этот звук, например, джазовой музыки, там в течение 2 часов вообще кристаллизует воду в вашем теле. So we have to find ways and means of applying this technique so that even though you have all the jazz music going around, your body is not affected. Да, мы должны найти вообще вот то, как сделать так, чтобы там ни происходило, не влияло на вас. So there are various ways in which you can apply it in different ways in today's life. You have to find new techniques, new applications. Ну, в общем, вы получаете знания, как вы их применяете, это зависит от вас. Вы находите разные области применения этим знаниям. Ну, сейчас вообще уже как бы существует такое подразделение. Есть архитектор, который делает архитектурный проект. Ну, вот, по счастью, допустим, Прабат, он и архитектор, градостроитель. А есть специалисты по васту, там, допустим, да, васту специалисты, те, которые в интеграции с архитекторами создают здания. То есть те, у кого нет архитектурного образования, они работают вместе с архитекторами, помогают им. Even the cathedrals here, for example, in Europe, they're all based on sound principles of sound and amplification of sound. And when you play the org, there's an amazing sound system which no studio can create.
Ну вот даже вот все соборы, которые, допустим, построены в Европе, да, они все построены по принципу как бы усиления звука, и когда там начинает играть орган, то есть производится такой невероятный эффект, который, ну, невозможно ни в одной студии создать. И вот это вот за счет того, как построены здания. Last time in Paris I went to hear a music performance done in a very small church. Последний раз, когда он был в Париже, он пошел на какое-то там представление, концерт, который был в очень небольшой церкви. And the church was built 14th century. И церковь была построена в 14 столетии. And the sound was so perfect, so perfect. No, there was no echo of any sound in the whole building. И звук был настолько превосходным, настолько совершенным, не было вообще никакого эха вот во всем здании, то есть был чистый звук. And yet they had glass, they had everything. Да, и у них там все, и стекла, и окна, то есть у них есть все там внутри. There was no curtain, heavy curtain that was used, nothing was used. Ничего, никаких не занавесок, как обычно сейчас там шумоподавление, такие всякие системы, ничего этого не было. Но звук был совершенным. It's the purest sound I've heard. Это вообще самый чистейший звук, который я когда-либо слышал. So if they can do 500 years ago, why can't we do it today? Если 500 лет тому назад они могли это сделать, почему мы не можем сделать это сейчас? Так построить. Thank you. Спасибо. Thank you. Thank you. It was very nice. just one online participant wrote that you gave to her a very nice impression. You have silent smile. Thank you. Hello, how are you? Good? Today? Thank you for coming. Yeah, thank you. Yesterday I got some movement in my walk. Good. Yeah. Happy to hear that. Yeah. It was blocked blocked by